Это реально дьявольский автомат. Реально органы человеческие. Алоэ Вера, и этот автомат с игрушками из Даркнета пытается с нами сажать. Да, ребят, я вам говорю, да не надо, пожалуйста. Да не надо, Вера, да в смысле, нам нужно достать как раз наоборот, чтобы нам с нами ничего не было. Вы потом помните вообще, что было вчера? Я не понимаю, зачем вы опять лезете к этому автомату? Блин, ребят, меня реально кто-то схватил. Если вы этого не заметили, то, блин, пересмотрите видос, который был на канале Алекс Амарал. Ну, ребят, я серьезно говорю, не надо. Этот автомат пытается нас просто убить всех, уничтожить. В смысле, как убить? Если он нас пытается, объясни. Ну как? Вот этими вот игрушками, которые внутри. Мы умерли или нет? Ты понимаешь, что если мы сейчас не достанем то, что там лежит, нас потом это убьет. Ну, так, типа... ладно, хорошо. Если вы мне объясните, что вчера происходило здесь, когда вы валялись и крючились от боли, Саша, то я, может быть, возьму свои слова обратно. Я вообще, если честно, не понимаю, потому что ощущение реально, что вы нас разыгрываете с этим автоматом, что-то достаете, потом сами валяетесь, корячитесь. Я не понимаю, зачем сюда лезть. Да они пранкуют нас опять, блин, в тысячный раз и такие, ха-ха-ха, сейчас мы надеемся. Ну в смысле, нафига нам нас пранковать? Ничего мы не пранкуем. Ты даже сейчас улыбаешься, Саша. Тебя прям по лицу видно, когда ты... Окей, давай вот ты сейчас сама попробуешь достать. Я тебе скажу, какой пакет вытащить, и ты его вытащишь. Так, а зачем? Я вчера после этого ты поверишь нам. Я вам просто говорю, ребят, меня вчера кто-то схватил. То ли это подстроенный какой-то пранк и розыгрыш. Но как тогда они узнали, в какой момент мы достали игрушку? Вера, ты вообще помнишь, что ты вчера в отключке лежала? Я тебе про это и говорю. Я помню, что меня кто-то схватил и просто передавил мне дыхание. Так в смысле, а что ты говоришь, что мы пранкуем? Ничего мы не пранкуем. Но у меня то же самое было примерно. Саша, я вижу, как ты улыбаешься. И я, если честно, всегда за тебя переживаю. Нас вообще рядом с вами не было, когда ты там слегла. Я добежал вообще там через минуту, ребята видели. Ребят, просто что-то очень быстро прям прибежало, но я не знаю, даже не успел увидеть вообще, что это было. Вот, Мигель сейчас сказал, что сначала как бы Вера прибежала, но на самом деле сначала прибежал Мигель. Мне кажется, вы нас обманываете. Да, вы путаетесь в своих словах. Ребят, ну напишите в комментариях, ну как-то так, а? И их так быстро отпустило, когда они дома оказались. Я уже им начала подыгрывать, что... И опять они хотят играть в этот зловещий автомат. Так это, Мигель, расскажи, зачем, почему ты думаешь, что нам надо сыграть в автомат-то? Потому что здесь есть точно еще один мешок, который нам по-любому надо вытащить. Я поняла. Может быть, это Мигель меня сзади схватил, потому что он был рядом в этот момент. И что он сделал? Он отключил тебя? Мигель, а какую нужно штуку нам достать? Либо вот ту большую, либо вот эту маленькую. Вот я сейчас хочу понять. В смысле, а ты знаешь, что там внутри вообще может быть? Я вижу, что эта штука зовет. Я не знаю, как это объяснить. Короче, если что, я была против этой затеи. Но ладно. Ну и что, тебе все равно прилетит что-то, то, что ты просил. Так. Опа, да, кстати, его реально вытащить. Так вот. И что мы достаем? Что мы дальше с этой фигней будем делать? Что там? Я не знаю, может там опять координаты какие-то будут. Может там будет какая-то дьявольская вообще игрушка. Вы слышите, как он скрипит адски? Что происходит с ним? Вы посмотрите. Нет. Вы посмотрите, он не он может... Прокручивается, он прокручивается, он заедает. Офигеть, это какой-то реально дьявольский автомат. Так, у тебя осталось 21 минута. Может быть, он не хочет, чтобы ты доставал этот мешок? Не, реально с ним что-то происходит. Ты можешь раскачки попробовать. Вот здесь он застревает. Ребят, в общем, в любом случае, прямо сейчас давайте нажмем на кнопку подписаться и сделаем ее из красной серы, чтобы вы не пропустили новые видео. О, он проехал. Чуваки, мне кажется, у нас еще, если честно, последний шанс просто достать. В смысле, а что потом будет? Почему потом у меня ощущение, что он сейчас сломается, и все, и мы просто... А, слушай. Ну, тогда тебе надо чуть-чуть сюда. Короче, под предыдущим видео подписчики писали, что нужно нажимать на эту кнопку 2 раза. Или 5 раз, чтобы она захватила. Не, потом, пакет. Типа, когда она опускается уже. Когда да? Опускается, да. Надо, типа, несколько раз. Сейчас мы проверим. Нажимай! Спасибо вам, мои любимые подписчики, вы молодцы! Это действительно работает!
работает! Что-то у меня какое-то очень плохое предчувствие. В смысле, что, ты не хочешь брать эту штуку? Честно, нет. Че ты пугаешь-то, блин? Ну давайте, окей, на Цуефа скинемся, кто будет ее допустим, брать. Она там ладно, остается. Давайте скинемся на Цуефа, я не достанет. Буду доставать. Ну, давайте на цифру. Ну, это честно будет, если мы скинемся просто честно и будет, все. Если вы вдвоем будете это доставать. Мы вообще с Верой ни при чем. Мы не хотим играть в эту зловещую штуку. Не, ну цифра-то можно поиграть? Ну, давай, я не жду. Давай. Я не хочу. Су, давай. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Раз, два, три. Не, что? Ну что, играем? Ты играла, что ли? Ну, а что мне делать? Цуефа. Цуефа. А, я нет! Цуефа. Так, Вера достает, я надеюсь, Вера, я не говорила, не надо играть. Вера больше всех улыбалась и хотела достать эту штуку. Ладно, я поняла. Я поняла, что нам надо сделать. Надо перчатки одеть. Да. Только я не знаю, где они. Нет, где-то были у нас перчатки. Ой. Лера, а что у тебя hell написано на футболке? И это значит ад по-английски. Потому что это горка-пожиратель, которая на нашем мерче. Я, кстати, не понимаю, почему ты не в нем, а? Че, грязный, стирается, да? У меня, да, испачкался и стирается, ребят. Потому что я вчера в отключке, блин, валялся. Не, потому что Саша, на самом деле, ходит в нем, не снимая его. Просто везде он в этом мерче. Поэтому, если вы хотите тоже себе такой мерч, то нажимайте на ссылку в описании под этим видео и заказывайте его. Так, вот. Вер, ну что, ты будешь доставать? Ну я пошутила. Зачем вы меня пугаете? У меня нервная система не к черту, видимо. Ну что, доставай, Вер, что ты ждешь? Блин. Вер, а что ты делаешь? Смотрите, он сам нажался. Офигеть. Он сам доехал, нажался, вы видели? Это что сейчас было? Увидели? Никто не нажимал, юморист, так, ладно, да? Нет, реально никого не было сейчас ладно, здесь. Давайте посмотрим. Ну, открывай. Сейчас, Аня, отойди. На самом деле, этот автомат из Даркнета, и в нем может лежать все, что угодно. То, что находится в этих пакетах, ничего хорошего не предвещает обычно. Ну, да, судя но... по твоему лицу, именно так. Да. Но раз уж все мы договорились, да, все мы договорились доставать оттуда пакеты, то я достаю. Так, ну что, давайте делаем ставки, что там может быть. Давайте, ребята, вот, каждый сейчас одну версию скажет, что там может быть внутри. Я думаю, подожди, там может быть... Подожди, подожди. Давайте, ребята, вы тоже напишите в комментариях, что там может быть внутри. Может быть, какой-то предмет, или может там вообще что-то живое. Я знаю, что там, я знаю. Там игрушка! Там, мне кажется, какой-то кошачий корм. У нас, кстати, уже был сиреноголовый вот этот. Кстати, если вы хотите, чтобы мы его разрезали, а мы его до сих пор, кстати, не разрезали, он у нас вот так вот висит, то напишите об этом в комментариях. Еще была шкатулка. Мигель, а ты думаешь, что там можно? Я не знаю, но ничего хорошего, если честно. Так, судя по всему, там что-то твердое достаточно. Вот с этой стороны. Игрушка, что может еще лежать в автомате? Автомат с игрушками? Ну, там была шкатулка. Это не совсем. Я не знаю, может там какие-нибудь органы человеческие. Там, типа. Здесь еще один пакет. В смысле, там реально органы человеческие? Черт, но оно такое красное, как будто, я не знаю, это печень или сердце. А может там ламба Влада А4? Может быть там Влада А4? Нет, давай же доставай, что ты держишь и не достаешь? Ладно, я не понимаю. Что? Жесть, это такая жесть, ребята. И это марионетка, но она почему-то, видимо, сломана. Вы посмотрите на нее, Саш, сними поближе. Что? Так, а кто к нам может? Она едет сама! Она сама опускается! Вы видели? Что за жесть, ребят? Я что-то вообще подофигела. Она не только нажимается на кнопку, она еще и едет. Если туда кто-то стучал, то там кто-то стоит. Слушайте, а никто там, ну, доставку не заказывал или что-то типа того? Нет. Нет. На самом деле, что-то не по себе. Саш, посмотри, пожалуйста. На камеру тогда. Ну, что там? Ну, там темно. Нам надо, Саш, нам надо пойти. Блин, ребят, там клоун стоит. Да, в смысле? В прямом.
Я не шучу, там клоун, блин, Вер. А как мы можем его все увидеть? Нам вот, вот здесь вот можно посмотреть. Только надо отодвигать автомат. А слушай, может, с мобилы подключимся просто? Ну, давай. Посмотри, я тебе отвечаю, там клоун не пришел. Не ори, пожалуйста, не ори, блин. Так, Вер, иди сюда, давай попробуем подружку. Не ори ты, пожалуйста. Так, в смысле, он же за дверью. Это клоун с SCP-горки. Давай, ты понимаешь, то, что он сейчас нас нашел. О чем мы разговариваем возле двери? Пойдем. Пошли, блин, туда. Давай с телефона подключимся. Ребят, нам удалось подключиться, в общем, к камере. И сейчас мы вам покажем, выведем на экран все, что она показывает. И у нас она прям в самом углу рядом с дверью стоит. Очень круто, что тут видеонаблюдение есть. Блин, видно этого клоуна. Ты смотри, там свет моргает. Блин, жесть. Да. Там свет реально моргает. Вот как только он подошел. Он трется около нашей двери. Я, если честно, вам не верила, пока вы говорили, что он в глазке. Вот, и он стучит как раз. Ну, и что мы сейчас будем? Просто тупо как бы его игнорить? Или может, ну, типа, выйдем его там, отфигачимся вместе? Не, подожди, подожди. В смысле, как выйдем, отфигачим? Слушай, ты уверен, что он тебя не загипнотизирует? Слушай, и... он без оружия вроде как. Хочет? Может, у него просто подойти спросить? Слушай, подожди, он в замке, что ли, роется? Он может клеем залить его вообще как-то? Слушай, ну он как-то крупно выглядит, чтобы прям выходить его и сразу... Да, откуда ты знаешь, какой сил? Ты же не знаешь, что... Он нам электричество хочет отрубить, что ли? Ну, походу. Походу, да. Ну тогда мы его перестанем видеть, я правильно понимаю? Ну, я думаю, а в подъезде тоже может, по идее, отключить. Ребята, вы понимаете, что он нашел нас? Это тот самый клон, который был на SCP-горке в Турции. Да ладно. Ну, вообще выглядит он типа как тот клоун, реально. Ну, вы просто понимаете, что игрушку, которую мы достали, она напрямую просто связана с этим клоуном. И меня больше интересует, как в тот момент, когда мы ее достали, он сразу появился. Ну, типа, это что-то нереальное. В смысле, как они следили за нами, типа, что реально, мы ее только достали, нам этот стук в дверь. Как это возможно вообще? Ну, я не знаю, это вот у тебя нас... Смотрите, ребят. Вот. Блин, что-то лагает, да, немного? Да, да. А что это? Это подарок, типа? Коробка. Я когда смотрела, я видела, что он ее держал в руках. Это какая-то коробка. Он ушел. Ушел? Да ладно, серьезно? Ну, типа, да. Так, ладно, гоу, надо забрать эту коробку тогда. Подождите, давайте сначала в глазок посмотрим, он ушел или нет, а вдруг... Давай, вдруг он вернется. Так, тяжелая артиллерия пошла в бой. Реально, на самом деле, это... Ты сейчас его молотком будешь бить, что ли, или на что? На всякий случай. Слушайте, я никого на самом деле не вижу. А там свет работает или нет? Да, свет работает. Значит, там кто-то значит, есть. Там кто-то есть. Ну, он же не сразу выключает. Так в смысле, а что если он сейчас нам подарок положил, типа он понимает, что мы его увидим, мы выйдем, он нас набросится реально. А зачем нам подарок забирать? Давайте просто останемся здесь и никуда не пойдем. Нет, это часть игры. Если ты начинаешь играть в этот автомат с игрушками, то ты, во-первых, ты не можешь его разбить, чтобы оттуда все достать, потому что так было прописано в правилах. И во-вторых, ты должен доиграть каждую игру до конца. Ребят, я вижу коробку. А посмотри, посмотри по камере, он там стоит? Нет, там коробка просто. Но там и не видно, понимаешь, если о, он справа стоит. О, свет выключился. Короче, смотри. Или он застыл, или он не двигается. Давай быстро просто хватаем коробку и закрываем дверь обратно, и все. Тихо-тихо. Ты, Саш, ты че, блин? Слушай, а есть телефон? Да давай по камере посмотрим, типа, стоит там справа. Там нельзя справа посмотреть, там можно только эту часть посмотреть. Нет, типа, я высуну просто на камеру сниму. Или, Санек, давай твою камеру. Да блин, схвати ты коробку просто и все, быстро. Да ну блин, а вдруг мы он... Мы так громко это обсуждаем, что он явно слышит, что мы обсуждаем, да. Если он там стоит. Ладно, если что, я буду тебя защищать. Вер, давай ты камеру лучше возьми. Ну что там? Там пусто. Как? Давай, быстрее, давай. Закрывай, давай коробку, давай. Все? Так, стоп, теперь нам надо коробку открыть, я так понимаю. Ну, я так понимаю. Пойдемте, ну, а давайте я перчатки сейчас надену, так же, как и клоуны распаковывали. Вот, давайте сюда. Прямо сейчас мы откроем коробку и посмотрим, что внутри. Я надеюсь, что клоун уже ушел и дальше он не придет никогда в жизни, потому что это реально опасный псих, который каким-то образом нас выследит. Подожди, стой, стой. Послушай, там нету тиканья? Ну да, вообще-то мы так коробки открываем. Не, ну там что-то перекатывается, и там на самом деле такое ощущение, ну, как будто там много думал, всего. Я думал, мы бы уже взорвались. Слушайте, а там может быть что-то там, не знаю, какой-нибудь яд или, не знаю, ну как-то что-то плохое, что с нами произойдет? Подождите, если это просто игра, то по идее нет.
Правильно? Ну, игры разные бывают. Да, игры разные бывают. Учитывая, что мы купили эту коробку, ой, коробку, этот автомат с игрушками в Даркнете, то там как бы опасные игры. Ого. Что там, что там? Ну покажи. Да, ну сейчас я буду по одной вытаскивать и показывать. Что это? Я не знаю, что это. Это шар, который типа угадывает. Который правду показывает? Ой. Покажи. А, да. Так мы можем у него спросить, опасна ли эта коробка? Опасна ли эта коробка? Не могу сказать. Класс. Вот смотри. Класс, блин. В этой коробке может находиться что-то, что может нас убить? Не похоже. Клоун хочет нас убить или клоун? Что? Ну, на, ты. А без перчаток нормально? Клоун хочет нас убить? Спросите позже. Классно. Может быть, сейчас. Ладно, давайте так. Подожди, ну дай я, ну, дай я. Саша любит Веру. Так, Саша, это сейчас... Непонятно, да? Что-то? Ребром стал. Простите. А, простите, там написано. Не, он ребром стал. Да, он ребром, ладно, стал. Так, Саш, что это такое вообще? Так это шар. Все, давай дальше смотреть. Ну давай уже показывай все. Ну сейчас, подожди. Я буду... Не смотри все. Что это? Это... Сок? Это клоун детского утренника, это... просто нам, типа, принес Саша, сок. Саша, мне кажется. Да, мне кажется, он просто на Сашу похож. Покажи. Просто вылитый Санек. Он, типа, обычный сок, да, вообще, детский, короче. О, а давайте спрашивать у него, что это опасно или нет. Сок опасный? Должно быть так. В смысле, то есть, типа, это я-то не сок? Это давайте сок. Ну что, кто готов сейчас на Цуефа скинуться и выпить этот сок? Саша, смотри. Это светофорчик. Но на самом деле, смотрите, здесь даже стоит ценник, поэтому мне кажется, что все новое. Я не знаю, может, они там крысиным ядом, конечно. Короче, мне кажется, клоун специально нам подложил всякие сладости, соки, подумает, о, как классно, подарок, типа мы съедим и отравимся, и он придет там, в общем, ну, что-то наоборот, с нами. Ну или наоборот, мы расслабимся и такие, ну, типа... Ну давай. Расслабимся? То есть ты считаешь, что там слабительное было сверху полить? Здесь есть слабительное. Ребята, нифига. Спросите позже, видимо. Нифига себе! Чего? Я такого никогда в жизни не видел. Ты будешь есть это? Не да, надо не есть. Ори, я понюхать хочу. Смотрите, это фруктовый пшик. Давай. Это что, блин, такое? Может быть, это правда просто веселая игра, в которой приносят игрушки? Что это? Ну, я не знаю. Ой. Воняет? Фу, воняет, да. Воняет невкусно. Так, в смысле, это съедобно или нет? Мне что кажется, это вообще? Пузыри вообще. Ну, вообще, типа, конфета. Это съедобно? Мне кажется, ее, типа, вот так в рот запшикивают. Я не знаю, ребят, если вы знаете, напишите в комментах. Вот. Давай, ну, что, Мигелю запшикаем? Саш... Мигель, будешь запшикиваться? Нет. Ну, просто на тест. Да иди, а. Я тебя сейчас вот... Саш, не надо, пожалуйста. Жидкая конфета написана, да. Ну что, туда могут подлить все, что угодно. Не напиток надо, безалкогольный, негазированный, жидкая конфета. Слушай, не надо, ребят, пожалуйста, вот, совать себе в рот все, что ты находишь. Ого. А тут гадкие леденцы. Ой, мамочки. Почему они гадкие? Я не знаю, я бы, кстати, попробовала. А, написано, то есть название? Да, арбуз. С ужасными вкусами? Да, блин, короче, смотри. Хочется попробовать, если честно. Здесь, короче, арбуз, детский памперс. То есть красного цвета может быть либо со вкусом арбуза, либо детского памперса. Да ладно. Яблоко или черного перца. Груши или дождевого червяка. А как вот на вкус? Дождевого червяка, да. Мята или кошачий корм? Бэээ, кошмар, это же ужасно. А ты разве не ела в детстве кошачий корм? Саша, а ты? Нет. Ну, а что вы рассказываете? Вишни или тухлые яйца, ананас или лакрица, кола или пиратский ром, апельсин или ушная сера. Слушайте, ну что, может, попробуем по одной? Просто, типа, на рандом. Ну, а смотрите. Давайте у шара спросим, это опасно? Короче, я вот сейчас смотрю, и здесь все герметично закрыто. Звезды говорят, что нет. Нет. О, ну все, давайте, что. А может, Мигеля попросим, чтобы он свои экстрасенсорные силы проверил? Ну, ну Саша, смотри, здесь все герметично закрыто. Значит, это... Саша, ну ты маленький укольчик вообще не заметишь. А куда он уколет? В леденец? Ну, ну что, да. Давайте пробовать, окей. Что, давай на рандом просто, кому какой цвет попадется. Я не буду пробовать эту историю.
Я не хочу... Сладкий памперс попробовать? Мне кажется, самое ужасное — это сладкий памперс. Ну давайте, норм, тема. Давайте все по одной, типа, кто не засал. Ну давай, вот ты начнешь. Это не сладкий, а детский памперс. Надо ножницы. Давай следующее, пока она там открывает. Сейчас тогда мне надо снова надеть перчаточки. Зачем? Там же все прекрасно, съедобно. Так, кто будет какого цвета конфетка? Не, рандом. А, рандом? Ну давай, закрытыми глазами. А я что, первая буду пробовать? Давайте одновременно. Ну ладно, Памперс? У меня вкусно. У меня черный перец сидит во всем. Красный. Что? Ладно, она сладкая, я вас... Серьезно? Да, гораздо нормально. Да. Она сладкая. А какого цвета? У меня мята. У меня синяя. У меня синяя? Не, у меня зеленая. А у меня? У меня темная. У меня арбуз, походу, все-таки не детский памперс. Да? Фу, ну так нечестно. Ладно, сахар не буду есть. Ну что, ни у кого нету гадкого вкуса? Что, реально у всех норм, типа? Да. А что за прикол? А что у тебя? Что, шерсть попалась? Подавился? Не, пранкую. Ты же заплакала. Я сразу понял, что тут чей-то подстава вообще лютая. Ой, ты сразу он понял, да. Зачем вы обратно выплюнули? Я не хочу просто. Да, сахар не хочу есть. Так, желе, зубная паста, яблоко. Ну ладно, можно я вот так вот пакетик попробую? Вы... Покажи близко. А, слушай, он тоже закрыт. Я показала близко. Зубная паста что? Желе. А, то есть ей можно чистить зубы? Ну, типа, да. Ну, кстати, пахнет она мятно. Короче, выглядит вот так вот. Угу. Видно, сфокусировалась? Угу. Вот. И тут, кстати, везде ценники. А? Это паштет какой-то? Паштет? Я люблю паштет. Я тоже люблю паштет. Он, кстати, закрытый, мы его съедим. Можно кошке Марте дать? Консервам мясо растительное. Веганское мясо? Мясо растительное, это значит, что это веганское? Ой, серьезно? Это по моей части. Ой, смотрите! Здесь... Лавис! Я помню такие, в моем детстве такие были. Я тоже, мы собирались. А давайте посмотрим, что там написано. Короче, осталось несколько вещей. Любовь – это когда кто-то... тобой покорен. Вы слышали? Что? А как сюда звучит? Не, мне показалось, я реально стук дверь сейчас был. Не, да. Саша, мне кажется, это соседи сверлят. В смысле, какие соседи? Блин, сейчас стучался реально. Я тебе отвечаю, что это соседи. Я тебе посмотрю все-таки. Слушайте, ну никого нету на самом деле. Короче, мы открываем дальше. Здесь есть медвежонок Барни. Такая покажи. Печенька, да? О, кайф, я обожаю Барни. Так что, клоун хочет с нами друзьями стать, что ли, или что? А это что такое? Это? Не знаю. Фу. Это типа яйцо. Ну, слушай, это реально яйцо. А интересно, можно разбить там желток? Похоже на то, что еще потом появляются дети. А, нет. Блин, это была слишком жесткая шутка. Ладно, надеюсь, никто не поймет. Здесь есть одна очень странная вещь, на самом деле, от которой мне не очень смешно. Но перед этим давайте мы покажем томатную пасту. О, я хочу борщ из нее сделать. Ты открываешь все в перчатках, мы это все трогаем в руках и готовим из этого еду. Мне кажется, перчатки выглядят немного гротескно. Но это не точно. На самом деле это пипец, ребята. Просто я в шоке. Что это? Это я готовила еду. Да ладно. Пожалуйста. А это спал Саша. Да ладно. Это вы фоткали? Нет. Кто это еще мог фоткать? У нас как бы в квартире никого не было. Ни гостей, никого. Кажется, что это с камер. Вера готовит, тут отсюда было снято. Я скажу так, что я вчера в этой одежде ходила. И вчера утром Саша убирал эти камеры и скидывал с них инфу. И потом мы их решили не ставить. Вчера камер не было. Не, слушайте, серьезно, это не выходит. То есть, это, может, вы клоуна заказали тогда? Потому что что-то безобидно. Я знаю, все просто. На самом деле, вот эту фотку снял, когда ты спал, а вот эту фотку снял Саша. Вы нас пранкуете. На самом деле, ребят, давайте, пожалуйста, без шуток, без всего. Сейчас реально нам угрожает опасность. Приходил, блин, клоун, который просто непонятно на что способен. Подождите. Если вы вдруг пранкуете, то, блин, прекратите это делать. Либо мальчики, либо... Я вот за себя точно могу сказать. Блин, я тоже ничего не делал. Я клянусь, я сейчас охренел, когда эти фотки увидел. Я точно ни при чем. Кто-то за занавеской здесь стоит. Вот как будто
тень, и вот как будто вот он здесь где-то стоит. И смотри, из-за двери сфоткано, да? То есть, типа, человек... Такое ощущение, что просто кто-то на Саше стоит над головой. Просто. Блин, я не знаю, либо двери постоянно проверять. Я видела то, что дверь была как-то с утра не закрыта. То есть целую ночь она у нас была открыта. Сюда может зайти кто угодно, блин. Мне кажется, нам надо проверить всю квартиру на скрытые камеры, потому что мог кто-то реально один раз зайти, поставить скрытую камеру. Шары нам угрожают опасность? Точно. Абсолютно точно. Серьезно? Саш, сними, пожалуйста. Это значит, что нам угрожает опасность. А ты вначале не спрашивал этот же вопрос? Нет. Спрашивали про смерть. Коробку. Мы спрашивали про коробку. Ребята, давайте наберем 50 тысяч лайков, и мы поставим скрытые камеры в этой квартире и проверим всю квартиру на наличие здесь уже чьих-то чужих скрытых камер. Обязательно подписывайся на этот канал. Подписывайся на канал Алекса Морал, следующее видео выйдет там. И увидимся снова. Пока.